Так, всем привет. Это бой Triple H против Брока Леснера. The game. Выходит игрок. Ух ты ж, ударил там Стантрон с монитона, видел. I wanna play. Грубо говоря, Triple H уже вышел. И это Брок Леснер. О май гад. Без Пола Хеймана. Так и постоянно ухтит депутат менеджеров. Брок Леснер. Лорд, чтобы поставить кого, но все-таки решил поставить оригинал, чтобы он тебя называли нормально и кричали F5. Давай проплейсно, так, ну все. Бой начинается. Пол Левески и Брок Леснер начали. Так, удар от игрока. Так, панчи. Попытка панчи, нет. Так, так вот. Так. Лично уже нейкбрейкер проводит. Ух. Классно. Не сладкая штука, напомним, на роу Брок сломал Майклзу руку. Игрок, конечно же, злен. И поэтому сейчас будет он избивать как следует. Бэмс, еще один нейкбрейкер. Потому что в этой стороне ничего не получается. Попытка куда приема была, но тут игрок снова. Дальше даже DDT прошло. Ух ты ж. Запуск. Вот чё. Удар. Так, тут. А решили бы и нейкбрейкер. Вот это да, друзья. Видно, что Triple H зацепил. Ух ты ж. Меткий суплекс поймал. Поймал сейчас Брок игрока на меткий суплекс. Нейкбрейкер. Разгон атак. Ой, игрок пошел снимать. Подушку снял. Начал мешаться этот мясной пупс, но тут Лэч отлично закинул в угол и ничего не получилось. Тут уже получился, нет, не получился, чего? Падай, тварь. Нет. Так, тут что у нас? Удары коленами по животу, получи, 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 ауч. Видно, Леснер перехватывает инициативу иногда. Вот сейчас я вернул нокбрейкер. Так. Это так, там собаки лают, не обращайте внимания. Это типичный случай для моих видосов. Так. Ох, отлично. Так. Так, ну а игрок пошел за ринг. Видно, все вытаскивать и убирать. Так, Леснер к нему, но он не дает ему даже дотронуться до себя тут. Ой, какой удар в живот прям. Так, ты руку ломал, я поломаю сейчас руку тебе, скотина, сейчас буду мстить тебе за Шон. Так, так. Вот так тебе получи, что нравится, тварь, получи. Так, стиль Шона Майклза. Можно сказать, отправил ему привет. Он из дома смотрит наш бой, можно сказать. Пумс. О, о. Ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Леснер, сакс. Игрок, это спайнбастера, нет. Спокойно сейчас оборонялся. Так. Могу вытаскивать оружие только я. На тебе по твоей руке, получи, по плечу. Ой-ой-ой. Леснер куда-то пошел. Сейчас
костылем, нет. За гитарой, нет. Мотал круплес, а прям как автолюбитель был. И получил. На тебе. Дай ко мне гитару. Triple H, получи. Получи, Леснер. Ух ты ж. Снова реверсирует, как мы видим. Снова хоть опасно. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, один стул мы видим, уже на ринг полетел. Сейчас, наверное, второй полетит. Да, два стула полетело на ринг, а? Сейчас он что-то так и крутится туда-сюда. Ну на тебе. Специально старался так. Так. Так, развратник старый, замолкни. О, кто не любит. А сейчас на мужиков посмотри. Див потом. Покажу тебе. Давай. Йо-йо. Кстати, как техничный игрок-то обороняется, а? Еще вот так вот может. Triple H. Вот так, отлично. Так, снова удар по плечу. Ой. Так. Ой. Еще один такой бросок. Это в стиле игрока, друзья. Ох. Придавил, раздавил. Получи, собака. Давай. Давай. Вставай, вставай, вставай. Удар не прошел. Под эгидой вставай. Triple H. Второй будет. Получи. Да, мы видим Triple H. Злой на Лестера. Вот опять, опять, посмотрите, опять. Ой, ёк. Ах ты ж. Так, сделать моего друга. Ой, ёк. Лестер. Принял немецкий суплекс. Что у него приемы. Там взял Брок. Мог ей ударить. Тут прыгает Лестер и получил. Гитары Брок. Еще раз. Так, что будет, Спайнбастер? Спайнбастер. Шо Майклс, привет тебе. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, все, получил. Ты. Ну, теперь можно добивать. Вот так Леснер пстит. Ой, извиняюсь, Triple H так пстит. Еще так тебе. Что, приятно? Сволочь. Тупая сволочь. Так, установка стола. Удачно. Так, что бывает неудачно, знаете ли. Ой, ну это уже хардкор, друзья. Это уже хардкор начинается тут. В угол иди ты. Ой, Леснер тут, ох ты ж, как сейчас игрок вернулся, но сейчас забиение продолжится. Заходи. Блин. Так. Вот тут уже попытка. А я что-то слайва вылетел. Странно, надеюсь, не интернет вылетел. Сейчас буду проверять, пока тут анимация проходит. Ой-ой-ой-ой-ой. Да, у меня интернет вылетел, походу. Поэтому лайф, ну матч-то надо играть. О, блядь, где, че, где? Какой лаг случился? Ступенька пропала. Неожиданно. О, ступенька. Но Triple H это не останавливает на еще один. На суперплекс и... Ой, вы посмотрите, что стул теперь улетел, и тут Triple H сейчас за своего друга так сделает. Сделает Том Педигри Бэмс. А теперь за всю семью, за всех друзей, что ты Леснер тут причинил нам всем. Triple H. Triple H. И Леснер. Все. Сосни, тупой нубик. Как говорится по-нашему. Ой. Связка уже близка. Ой-ой-ой, судья тут, видим, застрял.
Неужели он вот так будет ломать? О май гад! О май гад, у меня все-таки интернет есть. О май гад, тут еще один, о май гад. Плейтер. И Трибл Эйдж, наверное, сейчас будет последний. Последний педигри прям на осколки останки. Это Форест Легенда, напоминаю, просто игрок очень злой. Ну вот так вот атакует зло. Педигри. Так, Леснер смотал с ринга. Я вот они что-то в контакт не заходит, странно так. Странно, а все зашло. Так, Леснер берет лестницу. Ну ладно, получи. Так. Так. Иди, судья. Шоу Свинсон подлетел, тебя уволят. То, что мешаешься. Ох ты ж, немецкий суплекс. О май гад. О май гад. О май гад. Шатает себе получил. Нет. Не получил. Лестер так. Ох ты ж. Ой, кроссфейс, посмотрите. Забирает кроссфейс. Лестер. Забирает, забирает. Там опять что-то. Тут у нас снова спокойно. Друзья, спокойно. Лестер отталкивает. Так. Так. Я думаю, вы догадались, что сейчас будет. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. И педигри. Уже какой раз. Все, думаю, хватит с Брока Лестера. Все. Да нет, вставай. 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 Все. Опять вставай. 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 Чубакак, получи. Что происходит? Вы посмотрите, что с Трипл Эйчем случилось, а? Говорю еще, это сложность легенда, я ничего не менял. Просто разозлился. Разозлился Трипл Эйч. Ой, ох ты ж. Ой, хавалка. Забивание, попытка нет. Посмотрите, у Леснера получается проводить приемы. Тут Брок! Нет, не попал. Так, тут еще. Так, а это мне уже не нравится. Видимо, он реверсирует. Так, Леснер приходит на инициативу и заходит в болевой. Так, спокойно, Трипл Эйч на него выкручивается, ударяет. Ой, еще один немецкий соплекс. Не попадает там, как Александр Киржаков. Да. Ой-ой-ой. Ох, боженьки, а. Ух. Получи. Не стоит пупсаешься. Настя, мостовик отправлю на мясо. Так. Трипл Эйч. Показывай там Трипл Эйч и сейчас. И сейчас будет момент истины, друзья. Скорее всего, все, последний. Педигри надо проводить и заканчивать этот бой, потому что он уже отомстил полностью. И добрый путь. О май гад. Все. Все. Раз. Два. Так уже даже случай на SummerSlam'е. Все. Все. Вот так вот мстят.